Итак, всем привет! Вы на канале Рик Антона. Я давно не записывал видео, тем более давно не записывал про FIFA. Я немного отдыхал, поиграл в Fallout 4, удалил его. У меня, к сожалению, что-то поднадоело. Я понял, что нет, третий раз уже не заходит. Ждем новых игрушек, Far Cry 5, да, Medal of Honor и остальные игры. Ну и, конечно, FIFA 18, и в преддверии FIFA 18 я решил сделать одно испытание команды подбора. Потратил приличную сумму денег. Что-то у меня сразу не зашло. Вот. И хочу в ближайшее время сделать Ибрагимович. Да, вот взять в аренду Ибрагимовича на 20 игр в нападение. Соответственно, давайте перейдем в Элеронд, да, то есть обменяйте состав с минимальной сыгранной 63. И получите награду, обратите внимание, да? Один игрок, обратите внимание. Даже не знаю, что это будет за игрок. Вот такой я состав собрал. Была халявка одна. Карточка бесплатная 850, 2800, 3600, 4600. Тут сколько там? 6500. 6500. Пусть будет, ладно, там даже вот с этим где-то под, ну, где-то под 9000, да, дорого. Ну, я, честно, уже не жалел денег. Поехали, Эльгонда. Эльгонда выполнена, получаем одного игрока и пойдем обратим на него внимание. Так, давайте зайдем в трансфер, посмотрим, кто мне еще продался. И вообще, перед тем, как зайти в Эльгонда, да, посмотреть, я хочу все-таки заглянуть в свой состав. Я очень много продавал игроков. В итоге у меня сейчас не хватает одного полузащитника. И запасного вратаря. Вот. Надо купить себе сейчас полузащитника какого-нибудь особого, интересного из Англии. Ну, перед этим давайте вообще посмотрим, какие есть наборы. Какие есть новые ПК, куча всяких разных ИПК. А что у нас с наборами? Мега набор и вот какой-то большой золотой премиум набор промо. То есть в два раза больше золотого премиум набора плюс дополнительные редкие предметы. Ну, давайте, игрок, обратите внимание, поехали. Да, это интересная карточка. Сапонара. Я такого игрока, к сожалению, не знаю из Фиорентины. И теперь вопрос, смогу ли я ее продать. Да, я, к сожалению, ее продать не могу. Жаль, что не из Англии. Отправляем в клуб. Давайте все-таки вскроем один большой золотой премиум набор. Ну и просто посмотрим. Написано промо. Что он дает, этот промо? То есть что-то ли будет там интересное. Поехали. Поехали. Мне останется 70 тысяч. Да, на самом деле ничего сверхъестественного мы, как обычно, не получили. Да, это все будем продавать. Ну ага, выставить на трансфер. Это все придется просто продать. Так, художник. Стиль сыгранности. Ну, хребет давайте продадим. Стиль сыгранности оставим. Художник. Ну да. Задорого вряд ли продаж. Так, давайте всех выставлять на трансфер. Даже лечение. Сравним цены. Ух, слушайте, ну он прилично стоит, однако. Мы еще с него и получим.
Так, чилийцы. Чилийцы нынче дорого стоили, но не это чилиец. Это чилиец дорого не стоит, к сожалению. Так, ну остальных сейчас продам и будем пробовать. Все-таки посмотрим, кого можем купить. Так, ну что, игроков продал. Пока никого не купил. ИПК пройден. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди еще будут игры FIFA 17. Ну и наконец-то ждем. Ждем FIFA 18. Всем пока. И играйте в FIFA 18.